Вот такую фотографию сегодня выложила в соцсети одна из жительниц Абакана. Наталья Лобкова рассказывает, ее усатый питомец рано утром пришел позавтракать и дальше отправился искать приключений. И нашел. Несколько часов Мурзику пришлось провести на электрическом столбе. Скорее всего, черно-белого гуляку туда загнали собаки. Он довольно самодостаточный кот, самостоятельный, никогда за лишней лаской не подойдет, на стол не залезет. Детей не обижает. Хозяйка всерьез обеспокоилась за любимого питомца. Беспомощного кота начали клевать наглые вороны. На помощь Наталья позвала друзей-спелеологов. По факту бы разобрались. Есть лестница, а там дальше видно бы было. Фотографию во ВКонтакте хозяйка животного выложила особо ни на что не надеясь. Однако на помощь неожиданно пришли электрики, которые сразу согласились снять верхолаза. Кот-экстремал без всякого страха сиганул из рук Алексея Белкова вниз с 7-метровой высоты. Вместо благодарности хвостатый любитель высоты расцарапал спасителя. Это первый кот, который так грубо обошелся с электриком. На счету Алексея Белкова несколько спасенных животных. Дерево снимали, также запоры снимали. Ну, спокойнее как-то, не шибко драться, а этот просто что-то. Хозяйка звездного кота шутит, питомец не стал спрыгивать со столба без посторонней помощи, потому что хотел привлечь к себе внимание, ведь в семье Лобковых еще 3 кота. Любви хозяйки на всех не хватает. Виктор Бура, Дмитрий Кузнецов, Вести, Хакасия.